Можно я это все вот это вот сделаю сейчас? Привет, кстати, Гранд Мейдж. Так, мы можем каст. А чё красное делает? А Enchanted с чем? Каст зеленым. Еще раз сохранюсь, чтобы это все не делать еще раз, да? Наверное, пойдет так. Надеюсь. Я хотел как можно меньше дамага получить, потом сохраниться. Вот как раз сейчас. Потому что до этого я здесь все время дамаг получал, поэтому ну, смысла не было особо сохраняться с меньшим хп. Сука, это игра. Блять, эти стёбы вообще нормальные. Так, теперь. Нормально. Игра ресетнулась. Не, может быть такое, что огненный красный меч, он типа дамажит больше. Еще другой вопрос есть. Есть поле, которое зеленое. Оно дамажит, если в него кто-то входит. Что с камерой? Почему оно кривое? Что? О чем-то? Что кривое? Камера кривая в игре. В смысле? Нормальная камера. Есть ли тут заклинание, которое назад? Может отбить заклинание вражеское? Я здесь могу сохраниться? Не могу. Окей. Зря не сохранился раньше. Ну-ка я попробую подойти ближе.
Так, братан. Допустим, заклинание Damage Field. Красный. Я подожду. Я в прошлые разы ему нанес больше дамага раза в два. Почему он именно сейчас сдох, я не знаю. The accursed beast was dead, but not without its toll on me. That was but one. There was an entire city of them. I could not hope to fight them all alone. I knew I had to get help. I knew there was a way. I just had to find it. Три месяца спустя нужно найти путь сражаться с монстрами. Что ж тут произошло? Ясно, понятно. Он начал всем рассказывать, и в тюрячи в психушку посадили. Мне больше интересно тогда, как же тогда этот семейный род продолжился, если он здесь сидел. Та же, кстати, камера, да, которая была в катсцене чуть ранее. Интересно. Окей. Это самый душный чаптер был пока что из всех. Потому что хилок не завезли. Ну что это за бред? Вы меня просите, блядь, сражаться, ну реально, с кучей противников и не даете вообще ни одной хилки. Ну, камон. Если бы я случайно не попал в этот... в то место, где этот, ну, параллельный мир, я бы вообще не похилялся бы. Так, и что?
Видеть невидимое мы теперь можем. А где такое было? Где-то в доме такое было? Я, честно говоря, не помню. Что у меня меч зеленый? Зеркало. Витраж. Витраж, 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 витраж. Войдите. Ты на втором этаже был? А? Здесь это было? Я могу? Могу я что-то сделать? Не то чтобы сработало зеленым, если. Похоже. Окей. Слишком темно. Факел нужен какой-то. Типа того. Заклинание временное наружен. Окей. А нельзя дверь открытой оставить? Ну, типа... Ну типа, а почему нет? Ау! 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 Да? Револьвер. Магнум. Угу. И чаптер. Путешествие во тьму. Держите нас в курсе о том, что происходит вокруг его персонали. That my binding of Mantarok, fueled by your very own power, will be enough. It is not your sorcery that we doubt, Augustus, but the power of the dead god. Его так звали? Августус? Comprehend what that entity represents. Я думал, вот, не знаю. Его так звали? Забыл уже. And we know more than thou. Your future depends on me, Majesty. Without me to open the gates. Yes, yes. Be quick, lest our power and our faith in you wanes to oblivion. It will never happen. I have seen differently. Я чё не понял, к чему это всё было? Следующий чаптер.
from all walks of life to all parts of the world. Their tendrils crept and wrought their insidious damage. Their prisons decayed constantly as their guardians' work continued. I discovered mention of a breakthrough in satellite radar imaging that revealed the presence of a hitherto unknown temple mound in the Angkor Thom region of Cambodia. Cambodia. An archaeologist of some repute, Dr. Edwin Lindsay, took it upon himself to investigate the area, to reveal the secrets of history. Unfortunately, the local government at the time thought differently, requiring that Lindsay find other means into the country and to finance the expedition. He found these in Paul Augustine, a collector of rare items who professed an interest in the discovery and agreed to help. Paul Augustine? After a dysentery-riddled two-week venture, Lindsay and Augustine located the remains of an ancient city temple. 1983. Близко. 20 лет назад. В смысле, по отношению к игре. Это Индиана Джонс какой-то. Yes, this is it. It has to be. Это он в гриме, что ли, или чё? Satellite data was correct. For years, I have searched for it without success. Here, all along, clouded from us beneath. Это актёр озвучки тот же. I am very pleased with your performance, Dr. Lindsay. Very pleased. In fact, so pleased that I will give you an early bonus. Whoa! Внезапно. Чух-чух. My God! You are a scholar, Dr. Lindsay, not a warrior. In that regard, I have several centuries more experience than you. Но то он же, да? Don't be a fool. Die quietly, and you will not suffer. You cannot escape me, Lindsay. Да, он. This place will be your tomb, just as it is Mantarok's. Эта гробница будет твоей гробницей. Оу, щит. На кухре. Интересно, выбрал оружие. Шотган есть, пистолет. А хилок, блять, опять нет. Ты че угораешь? Хорош. Да что не попадает-то, блять, алё. Ну что ты мне предлагаешь кухри взять? Иди и башить вплотную. Он короткий же меч. Что-то такое было. Это Артём. Хорошо, шотган. Ты сам просил. Опять ножички. Землю отрезал, блядь. Окей, и что? Тридцать патронов для шотгана, конечно, блин, маловато. Ну ладно. Thank you.
Что это? Так, браслет украли. Статуи. А мы тут не были? Я сейчас смотрю просто на местоположение. Мы тут были же, да? Мы были в этой локе. Или не были? Все очень похоже. Типа тут было что-то. Да, у нее был браслет, который можно было использовать для хиляния. Да-да-да, мы были в этой локации. Девчули здесь, за девчули здесь играли. А куда идти-то, я что-то не пойму. Типа, назад, что ли? Или что? Не понимаю. Я, блядь, археолог. Не тупи. Оно пылью покрыто, конечно. А почему нет-то? Типа мне нужно... Нет, а почему? Статуя сидящей богини. На шее ювелирка. Бронзовый блеск. Бронзовая пыль. Кого украли или не украли, не пойму. Не понимаю, что это еще ты хочешь от меня? Я думал, это только нужно сделать. Почему здесь есть, а там нет? Плита. Слой пыли. Ну окей. Ууу, мы нашли бронзовый браслет. Хорошо, подобрать. Вернее, браслет. Окей. О, нет. О, нет. О, нет. И он тоже магией будет пользоваться. Хорошо. Зачем вы меня спрашиваете? Очевидно, вы меня не выпустите отсюда, если я книгу не возьму. Я. Ой, здрасте, добрый вечер. Кухри. Я удивлен, что кухри мощная. Падай уже, хули ты. Не видишь, Индиана Джонс пришел в ножички играть в гробницы. Ну да, это тот же, та же самая локация. Да, мы здесь уже были. Интересный подход. Они ракурсы камеры поменяли, чтоб ты этого не понял. И запустили тебя через другой вход. Воу. А есть предложение. Давай возьмем факел в руки. Потому что я ни пизды не вижу. Твою мать. Так, мне нужно попасть в красную. Что в красный снизу есть.
хилка. Ну, по крайней мере, была. Не знаю, как сегодня. Ну, такой, ну, типа, вчера была, да? Боб. Окей, ну, типа, задамажились, отдамажились. Кто на меня смотрит? Это вон тот чел на меня смотрит с такого расстояния, он у меня вменяемость отнимает. Ты че, угораешь? Ладно, ладно, все, я ушел. Доставай. Хитрый подход. Вроде, ну реально, вроде та же самая локация, но новый гиммик, короче. То, что типа темно, и ты не видишь просто. О боже. Только не этот кусок говна. Он еще и в щите стоит, что ли, серьезно? Угу. Здорово. Бронзовый браслет. Статую вернуть. Там еще один браслет. А че я по магии могу? А я все могу. Так, damage field. Кастовать. Не понимаю, как эти поля работают. Мне, очевидно, нужно почитать по поводу. Давай. По поводу этих всех приколюх. Ну, в смысле, по поводу, как магия работает. Что красное, что... Что да как, короче. Так, этот браслет ей вернули, хорошо. Так, это... Второй выход открылся из той комнаты. Сначала сюда. Статуя Наги. Меня это не отравит, надеюсь. Нага же змея, насколько я помню. Чего? А зачем тебе это? А вот и нет. А вот и не отдам. Нет, это мое. Хорошо, если я тебе отдам, я не могу? Не, не могу. Зачем тебе это? Нет, фигушки. Могу в нее прицеливаться? Посмотрим. Ай, больно, сука. Я надеюсь, они не травят. Да ну что тебе, блядь, надо-то? Иди весь.
Начинают догадываться, что от меня хотят. Смысл в том, чтобы я взял этот браслет, я так понимаю, который мы повесили. Поменял его на этот. Ты это что, угораешь? А, она не попала, это я от этого задамажился. Я думал, в меня дротик попал. А это, блин, этот. Да чего тебе? Отстань! Нихуя! Это я как так сделал? Окей, руна новая. Кажется. У тебя рук нет, как ты меня бьешь? Дрожь. Зомби отрезалы. Новая мини-игра. Детская. Так, тут у нас... Да, вот встань ты от этой стены. Что-то я не уловила. На что я наступил-то? Ты можешь его пнешь? Или типа с факелом это не работает? Хе-хе-хе. Чё там такое? Похож на дверь. Ты просто исчез. Окей, ну, видимо, да, в этом смысл. Теперь я должен забрать один браслет и заменить его на другой. Хорошо, пойдем. Кто? Кто? Феписы? В смысле Феписы? А что не так с Феписами? Что-то не так с Феписами? Я же могу это забрать? Нет? А в смысле? А как? Что я тогда должен делать? Простите. Не уловил. ФПСы падают, когда персонаж... Чего? Перспектива меняется? Что-то я не понимаю, о чем ты говоришь. Что я должен делать-то? Но у меня нет вариантов-то.
Ну, вернул. И чего, блядь? Один вход, один выход. Бля, фабрисы падают. Чё, о чём ты говоришь-то? Я вообще реально не вижу. Чё? Хм. А что я с этим должен делать? Странное дерьмо. А я опять в тупихе. Куда ты смотришь? Что там? Серебряное, металлическое, что-то там. Это нужно будет сюда принести, да? Чтобы открыть эту дверь, я так понимаю. Да. Да не, это этот. Какой? Адамс Вентура, ёп. Я явно как-то должен это открыть. А что если... Так я же сильнее должен быть. Здесь какая-то тоже еще дичь непонятная. Перезарядка можно, перезарядку можно делать, только если пистолет опущен. С поднятым нельзя. Зачем так сделано, тоже непонятно. Что за бабай? Да стоит тут, бесит. То есть в теории, если я пройду за него, я смогу взять то, что там за ним лежит, да? Но мне не дадут. Скажут. Ай-яй-яй, нельзя так. Там лежит браслет. Да, ну нельзя, это получится. Я его подвинул. Я его магией подвинул, нормально. О, все, кровь пошла из стен, заебись. А что, у меня прям все плохо, что ли? Да вроде нет. Что я еще упустил? Оу! 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 Окей!
супер незаметно лежала. Тогда получается так. Ну, блять, конечно. Вряд ли это прокатит, да? Да, это не прокатит. Это нужно... Ну, конечно, в жопу иди, игра. Это нужно здесь подменить, да? Сразу паузу. Окей, а теперь мне нужно... Ты здесь было? Все, придется опять идти, что ли? Стой, я к тебе скоро приду, чувствую. Так, да, так. Окей, и что? Ты, блядь, что, троллишь меня или что? Ну, конечно. Ну, конечно. Ну, конечно. Как иначе-то? Ей нужен и второй предмет. Если кто не понял. То есть дверь она не откроет. Нужно второй предмет принести. Это как раз ожерелье, которое за монстром лежит. Проблема в том, что я за монстра не могу зайти. Тут реально нужно магию какую-то применять, да? Так, какую магию я здесь могу применить? Reveal Invisible, может быть? Нет. Зеленку здесь не работает. Скорее наоборот. Я не понимаю, что нужно делать. А у меня нет никаких новых заклинаний. У меня есть что-то новая руна, что ли, какая-то? Подожди, стоп, что? Новая руна. Я вряд ли смогу сделать заклинание бизнес.
без наличия этой руны знания. Это херь какая-то. Да, здесь можно заклинание делать. Я либо что-то пропустил, типа страницы кодекса где-то, либо я абсолютно не понимаю, как работает система этих. Здесь нельзя сохраняться. А здесь можно сохраняться? И здесь нельзя сохраняться? Великолепно. Паутину можно убирать, что ли? Подожди, чего? Так, секунду. Да, уточним этот вопрос. Я что-то не совсем понимаю. И что, можно это убирать? Или как это работает? Лол, привет. Кодекс. Руны. Нет, все еще не знаю это заклинание. Так, ну давай тогда еще раз пробежимся по всей локации. Да, спасибо. Я это заслужил. То есть, типа, вот это я тоже могу убрать или что? Да, могу. Заклинание. PlayStation-овский контроллер новый, что ли? Dispel Magic. Вот это полезное говно. Dispel Magic. То есть, если кто-то будет щит ставить, я могу щит убрать. Интересно, для чего мне это можно будет использовать сейчас? Даже не догадываюсь. Другое, значит, нужно кодекс найти сначала. А вот теперь... Ебой. Теперь я знаю заклинание, и оно работает. Проблема в другом сейчас. Вероятно, сейчас всего в попытке выжить, я помру. Скорее всего, так и будет. Я могу на... Да, давай. Я побаиваюсь, вдруг я запарю все. Принцип тот же. Или синее против зеленого нужно использовать. Я не пропустил ничего в той комнате предыдущей. Нет, какой паутинки не пропустил. Так, во-первых. Блять, у меня патрон один только внутри, да? Хорошо, ладно. Синим. Ебать, громко было. Ну, значит, красный. Оу, щит.
Ну окей, значит, принц. Ой, нахуй ты иди, блядь. Марина, живи! Пес. Хорошо, игра. Хорошо. Че? Ты такая, типа, думаешь, да? Ага. Изи-пизи. Со мной так, да? Угу. Круто было. Силиконовые рыцари. Пиписьки вы силиконовые, блядь. Так. Заодно осмотрюсь еще раз, вдруг пропустил паутинку где-нибудь. Еще. Техническая игра отличная. Тут вообще у меня претензий даже нет. У меня есть претензия к тому, что меня постоянно убивают, потому что игра хилок не дает вообще никаких. Вот это у меня есть претензии. Как перезарядиться? Ну серьезно, я не могу, блядь, перезарядиться, пока... Ну, могу. Spell Damage Field. Зеленый. Яд. Enchant Item. Зеленый. Дробовик. Что такое? Я не могу магию использовать или что? Или мне не хватает? Enchant Item. Cast. Окей. И вдогоночку Dispel Magic красный. Пизделся. Козел, блядь. Чё у меня так мало хп-то? Мне попал один раз тут. Кукри, кукри. Ать! Моя земля. Тебя-то куда нести, подожди. А. Так, статуи нужно. Лево или право? Ну реально, у меня нет хп. Причем я, знаешь, где-то начинаю думать, что вот у каждого персонажа были вот эти хилки, но они у всех были общие. И типа теперь их нет вовсе. Потому что, ну а как еще объяснить, что мне хилки не дают вообще? О, черт. Да что, ваншотнул бы? Серьезно? А почему я их ваншотнул? А почему их ваншотнул-то? Стоять! Чего? Что происходит? Ты кому это? У тебя окся?
Почему он заговорил голосом Хью Джекмана внезапно? Игра, ты охуела. Перестань выключаться. Твои шутки, блядь, не смешные. Ну такое? Знаешь, что ну такое? Ну такое, это я иду, короче, и внезапно, знаешь, это... Глава заканчивается, на экране написано «To be continued». И просто и черный экран после этого. И через секунду игра внезапно продолжается. Вот это, блин, ну такое. Развели меня как ребенка, блин. Окей. Что здесь? Надеюсь, здесь будут монстрики, которые переносят. Конечно, нет, зачем. Шедевр нахер. А можно... Блять, я боюсь наступать на это. Чрезвычайно боюсь. Да у тебя руки нет, чем ты там машешь-то, блядь? Машет, стоит. Руна новая. Интересно. Это что такое, блядь? Кто ты? А, не. Не-не-не, я с тобой не дерусь, нахуй ты идешь. Нет, магию хиляния не продумывали, потому что магия здесь... Мана восстанавливается само собой. Ну, это моя теория. Развернись. Иначе будут просто бесконечные хилки. Ого. Это я бы сейчас наступил бы и помер бы. Клево. Блять! Нахуй ты иди, игра! Твою мать. Ну вот и чё это? Вот чё мне делать? Чё? Чего? Ever since my parents died. Yes. Ever since they were killed. Чё? You've been my little girl. Чё? Yes. Это опять глюки? My little girl. Да, это глюки. Да, это глюки. Я не знаю эту руну. Так, что у нас из новых рун-то? Dispel. Нет.
Project. Spell? Нет. Псо? Нет. Spell. Item? Нет. Dispel зона? А, это... То, что у нас уже и так есть, да? А чё же я тогда упускаю? Какое заклинание-то я упускаю? Ты знаешь что, маг? Тут половина каста озвучки из Грандии второй. Представляешь? Блять. Молодец, блять. Чего там? Мудил, не оживай. Заебись. Заебись. Просто огонь, блядь. Десять из десяти. Шедевр. Дихера не смог сегодня пройти вообще ничего. Два персонажа, да? Что-то игра прям душная стала, прям безумно душная. Из-за всех этих отсутствий хилок. Я просто не знаю, на кой ляд так нужно делать-то. Ну, серьезно. Я, конечно, понимаю, психологический триллер психологическим триллером, но если у тебя нет хилок, то это... Да, это говно игра. Это просто говно игра.